Извините, мисс. Ух ты, старая калоша! Родную дочку не узнал! Да чтоб тебе! Да ведь это Элиза! За шляпы она, пожалуй, лучше будет. Скажи на милость. Никогда бы не подумал, что можно ее домыть до такой чистоты. Ну, чем я теперь не леди, а? Алло, алло, Фред, какие вести? Давно я дома не была. 2 часа, как я в ответе. Ну, как идут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. А в остальном прекрасная маркиза. Эй, все хорошо, все хорошо. Алло, алло, какой кошмарный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой скверный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. К чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право ерунда. Кобыла что, пустое дело. Она с конюшнею сгорела. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Ла-ла-ла, уже мчит сразу. Какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду разом. Когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза. И хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье. А в остальном, прекрасная маркиза, эй, все хорошо, все хорошо. Ла-ла-ла, какая злая драма. А ты чего? Я вне себя. Скажите прямо, как это все произошло? Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому печи, он опрокинул две свечи. Упали свечи на ковер и запылало, как костер. Погода ветрена была, ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил. Конюшня заперта была, а в ней кобыла умерла. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Уйдет на коней в погоню.